летсплей на Майнкрафт и ладно ржет туда в доме, потому что всем смешно. Короче, хотите прикол? Мы тут прям боги, потому что, смотрите, мы можем такой фокус магия показать. Короче, сим-сим ночь. Сейчас я вам расскажу историю наших скинов. Мы поклонники всяких вампирских сериалов, типа Дневники вампира, Первородные и то все, 5-10. И, короче, мы настолько поклонники вампиров, что сделали. Мы делали кое-что очень ужасное. И, короче, иди сюда. Короче, иди сюда. Короче, да хватит меня ударять. Вот они мы! Смотри сюда! А мы еще ходим так странно, у нас типа платье, и оно раздвигается! Сейчас мы идем сражаться со всякими фигнями, мобами, и... Короче, мы идем сражаться. Офигеть! Как я ненавижу скелеты, я больше всего люблю зомбаков. Я их сначала больше всего боялась, а теперь я их больше всего люблю. Что? Ты его так усердно строила. Я даже вылезти из воды, блин, не могу. Да нет, я не могу, в смысле. Они мне мешают. Могу попасть. Да, если в комментариях будете писать, типа, тупые, нубы, читеры, вообще не умеете играть в Майнкрафт, поверьте нам, мы это прекрасно знаем. Была только что здесь, ты куда про... Я в доме, и куда ты ушла, блин? Бежи, у меня пресс болит. Точняк там. Ты прям как в зомби апокалипсисе каком-то. Ломаешь стекла. О боже! Ты не пройдешь! Да. Оно еще не ломается? А, у меня есть идея получше. Слушайте, ребята, так. Смотрите, один это такое... Летсплей называется «Убей Катю». Так, блин! Ах, ты так, значит, задумала, да? Я пойду другим путем. Ну это... Как его? Ну и ладно, я обиделась. Yes. Как вообще без палева? Ну давай. Ну, вот это было голубого. Свет! Нееет! Ты меня убила! Ах ты жопа. Деточка, давай, ты научишься плавать, ты сможешь, давай. Мама, не боюсь, мама, не боюсь. Смотри, там очень глубоко, мам.
Я сказала, ты пойдешь плавать. Ты за спорта! Ладно. Вот слушай, вот у меня есть это... Игугошенька есть. А где мой принц на этой игугошеньке? Вот, вернулась. Обменяйся котень, пожалуйста. Возьмите кольцо, да, принц. Так, вот, не взяла кольцо, не видела кольцо. Кто стырил кольцо? На этом мы закончим этот летсплей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, если вы хотите еще подобных летсплеев. Возможно, мы придумаем новые шутки. Шутки за 300. Так что пока. Все. С вами была я и Лада. Все. Пока.